И всем привет, ребята. Сегодня научу я вас делать так бы фото на экран. И вот у меня вот такая вот фотография, вот, со знаком YouTube. И сейчас мы должны ее поставить на экран. Как же ее поставить? Надо зайти в настройки. Вот дисплей. Ой. Выбираем. Вот. Вот этот вот. Дед вот такой вот. С фотографией. Ну ладно, короче, вот так вот будет готово. Мы видим вот здесь вот. Ну, ставьте лайки, если вы тут первый раз. Если... Ой, такой первый раз, блин. Подписывайтесь, если вы первый раз. Ставьте лайки. И пишите комментарии под моими видосиками всегда. А то я так никогда не буду снимать. Ладно, пишите, короче. Всем удачи и всем пока.